не забудем, про Стаса Пьеху всплыло такое. Певец Стас Пьеха откровенно рассказал о пережитых проблемах в интервью на YouTube канале Татьяны Лазаревой. 40-летний экс-участник «Фабрики звезд» признался, что долгое время находился в зависимости от наркотических веществ. По его словам, он пристрастился к этому из-за сложных отношений с родственниками и завышенных ожиданий от своего успеха. Он жил в тени знаменитых родственников, а бабушка Эдита Пьеха настраивала его на то, что он должен быть великим. Парень был уверен, что обязан быть настолько же успешным, как его родные. Пьеха отметил, что его мама Илона Броневицкая часто отсутствовала в его жизни, так как ему очень нужна была забота, Недостаток внимания когда-то мог также повлиять на его увлечение запрещенными веществами. И вот эта пагубная привычка чуть не убила его. Из-за зависимости он пережил микроинсульт. Сейчас зависимости и депрессивное состояние остались в прошлом. Пьеха посвятил себя творчеству и воспитанию семилетнего сына. «Стань великим и умри!» Такое послание получил артист от звездной бабушки Едиты Пьехи и матери Илоны Броневицкой. Стас признался, что испытывает к маме безусловную любовь, но она, будучи певицей, в детские годы редко была рядом. Со стороны общества и семьи он чувствовал огромное давление. Это подтолкнуло Стаса к употреблению наркотиков, после чего он долго лечился. Сейчас Пьеха старается действовать не по завещанному звездой родне посланию. Он уже не стремится к славе и живет на троечку. По словам артиста, раньше его постоянно терзала мысль, что он недостоин своей бабушки Эдиты Станиславовны. Сейчас у певца своя наркологическая клиника, где люди проходят реабилитацию, рассказал он шоу Татьяны Лазаревой на ее YouTube-канале. Пользователи соцсетей в восторге от признания артиста. Выпуск получился очень глубоким. Умница, талант и просто добрый человек. На респект Стасу за смелость и открытость пишут поклонники.